Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. Мы все еще с вами находимся в районе метро Электрозаводская. Побывали мы с вами на двух выставках в доме Носова, в прекрасном особняке, и попытались пробраться на Электрозавод. У нас это не получилось. Но мы с вами сейчас идем дальше по Малой Семеновской улице в арт-кластер Гамма. Насколько я помню, вот здесь совсем недалеко. Я там снимала. Я знаю, что там интересно. Но там, говорит, очень много чего изменилось. Поэтому я решила туда еще раз пойти и посмотреть, что же именно там изменилось. Пойдемте, я беру вас с собой. В своем прошлом видео я вам показывала вот эту площадь Журавлева и дворец на Яузе. И вот если совсем немножечко пройти по этой улице, то мы с вами окажемся как раз в этом арт-кластере Гамма. Когда я была здесь первый раз, я обнаружила его случайно. А сейчас это он довольно часто мелькает, ну я не знаю, как там в запретограмме, но я знаю, что он часто мелькает в телеграм-каналах. Вот. И поэтому я так посмотрела, там вроде что-то новенькое. Думаю, надо пойти посмотреть. Ну и, конечно же, вас с собой взяла. Идемте, мы почти уже пришли, здесь совсем недалеко. Насколько я помню, вход в арт-кластер свободный, в отличие от этого электрозавода. Но это не может не радовать. И вообще, должна сказать, что очень меня радушно встречали в особняке Носова и очень нерадушно на электрозаводе в проходной. Я честно попыталась, все выучила, какие там компании, как, куда мне надо, все назвала. Таким образом я один раз уже проходила. Я таким образом проходила в дом актера на Арбате. Но здесь молодой и строгий, охранник, очень честно выполняющий свою работу, проверив мои документы, видимо, решил, что я чем-то как-то неблагонадежна. И меня не пропустили. Он меня не пропустил, сказал, что нужен пропуск. А мы с вами тем временем уже дошли до арт-кластера Гамма. Вот отсюда, прямо по этой улице, вот так вот можно выйти к метро к метро Электрозаводская. Вот так ярко оформлен вход. Пойдем туда. Тут что-то прямо уже прямо с самого начала. Что-то прямо очень чего много поменялось. Вот Гамма. Ну пойдемте. Вот. И опять я здесь в это дурацкое время, когда вот эта вот грязюка, когда еще не до конца растаявший снег. Не хотелось бы мне, конечно, но так уж получается, что я всегда в одно, как-то в одно время оказываюсь в том или ином месте. Смотрите, какой здесь ангел в мусорной корзине. Бар «Столярка». Здесь очень много граффити. Сейчас попробую. Вот насколько я помню, вон туда надо идти. Вход там. Прям даже как-то уже страшно. Что-то вдруг опять меня выгонят, не пустят.
Ну, вон люди вроде нормально заходят. Thank you.
Ну что, вот он, арт-кластер Гамма, где мы с вами только что ходили. И должна сказать, что тоже вход не свободный. Мне просто повезло, что охранника не было на месте. Вот такая у нас с вами сегодня получилась прогулочка. Всем огромное спасибо за внимание, за просмотр этого видео. Как и всех моих остальных видео, всем большущее спасибо. Я, как всегда, в конце видео желаю вам всего самого доброго. Конечно же, прежде всего, здоровья. Будьте здоровы, пусть будут здоровы ваши близкие. Увидимся на моем канале. До свидания, до встречи. Пока-пока.